Когда впервые прочитал курцвейловский прогноз, значит, у него по прогнозу, это он был где-то опубликован в 2010 что ли, году, или 2011, вот, что в 1937 году люди будут ходить на свидание с андроидами. На свидания любовные с андроидами. Сейчас люди в Китае, у них там есть голосовой помощник. Они часами с ними разговаривают. Там случай был 36 часов сессия. Мужчина разговаривал с голосовой помощницей. Почему? Потому что она понимает. Потому что она слышит. Потому что она одобряет. Ей интересно, что с тобой происходит. Она тебя спрашивает, там как, там еще, а тебе, может, чего, сказку рассказать или что, анекдот. Ну, наши пока не дают такого бодрого эффекта. Вот. И мы не китайцы. Вот. Но к этому все движется.